Он бог милосердия, покровитель порядка и справедливости во всем Тамриэле. Мы несем его сострадание туда, где оно особенно необходимо, и уничтожаем тех, кто чинит зло его детям. Он бог милосердия. Не то нажал. Не надо мне это говорить еще раз. Да, наш орден был основан после кризиса Обливиона. Мы посвящаем жизнь борьбе с угрозой Даэдра, где бы они ни появились. Мы располагаемся в зале дозора. Хранитель Каркет возглавляет наш орден в Скайриме, предлагая страждущим исцеление и справедливость. Я предлагаю тебе справедливость, ну спасибо. Да прибудет с тобой стендарт. Стендап. Так. Отлично, собрали мы 10 ресурсов, которые нужны были. Еще одно эффектное замедление. Видимо, это после патча добавили. Типа Fallout style. Ну ладно. Соберем еще колючей травы. А ты что здесь делаешь? Роешь канавку? Вот сдохни за это. Неприступный берег, конечно, с этой стороны у них. Полностью бесповоротно. Оп. Еще немножко. Мирно. В общем, как-нибудь надо здесь побродить будет побольше. Уйти подальше и, в общем, собрать тех растений, которые нам нужно. Точнее, здесь только одно искомое нами растение, но, тем не менее, оно здесь вполне в больших количествах живет. Ладно. Вот она, тропинка. Прямо, я думаю, на гору до самого конца. Как раз в то место, в которое мы идем. Гребаные тени, это пипец какой-то. Так, лиса, уйди. А то мага тебя раздавит просто. Это что за нахрен? Иди отсюда, живо! Юстициар Талмара. Выполняю ответственное поручение, а ты мне мешаешь. Юстициар. Мы посланцы Альмертского доминиона, законных правителей Тамриэля. Если хочешь, могу показать почему. Если мозги есть, лучше беги отсюда. Если знаешь кого-то из истинных сыновей дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхельм. Ульфрик Буревестник хочет их видеть. Тебя это не касается. Гребаные высшие эльфы, они меня просто... Они меня просто вымораживают. Иди своей дорогой. Да пошел ты, я тебя сейчас просто замочу нафиг. Тебя это не касается. Дела Талмара. Наше превосходство над людьми — это доказанный факт. Да взять, к примеру, эту веру в Талоса. Девятый бог. Тоже мне. Но ты, конечно же, не веришь в эту ерунду. Или, может, ты желаешь в чем-нибудь покаяться? Тебе крышка. Эй, эй! Да ладно, ребят! Я не такой плохой был, как вы. Эй, ладно, к чертям вас. Ну что, человек в трусах, ты как, в порядке? Эй! Безбожные имперцы. Смотри в оба. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. А что я только что сделал? Эй, парень, кроме спасибо мне ничего не скажешь? Нет, ты мне даже спасибо не сказал, урод. Я тут напрягся. Хотя я ничего не хотел делать, ну ладно. Талмарское одеяние с капюшоном, заклинание раз... Так, это интересно. У всех у вас такие причиндалы прикольные. Нет, все это фигня, эльфийские прибамбасы, это фигня. Фигня, 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 фигня и фигня еще раз. Ладно, надеюсь, об этом никто не узнает.
Очень надеюсь. Я вроде как на стороне империи, но ладно. Посмотрим. Ну, я пока не на чьей стороне, конечно, но тем не менее. Все равно придется выполнять все задания, я думаю, по спасению имперцев от драконов. Горный серпантин. Так. Этот парень просто так не пройдет здесь, конечно. Еще загнулся. Все-таки. Мага, ты где, черт возьми? Ох уж эти пленники. В итоге сдох просто и все. Куда он бежал? Мага! Иди сюда. У меня тени глючат. Ты мне нужна здесь. А то вдруг что? Здорово, ребятки. А вы... А, имперские солдаты? Понятно, я все-таки зря это все сделал. Давайте-то вернемся назад. Иначе мне не будут рады. А этот имперский... Не имперский, а пленный урод все равно сдох. И ничего мне не сказал. Ни спасибо, ни шиша. Пошел в попу. Что я могу еще сказать? Хорошо, что я сохранился. Быстрее отсюда убегаем. Чтоб они опять не приняли нас за врагов. Куда ты улетел? Ну ладно, волк, дело твое. Хочешь летать, летай. Хочешь кусать, кусай. Но только не меня. Окей. Гребаные тени. Ну они просто меня убивают. Вот все бы хорошо, но тени. Но тени — это нехорошо. Как так можно глючить и почему? Оп, как его огонь-то фигачат. Нехило. Прям рассыпался мне в лицо. Просто вся кучка есть, кучка есть. Заодно задание выполнили. Мага. Не отставай, я понимаю, что мы уже на черт знает какой высоте, что все устали карабкаться вверх, но... Тем не менее, нужно продолжать свой путь. Я буду прикалываться, если они опять меня начнут атаковать. Вот тогда я уж точно не буду знать, почему и что делать. Может, это просто запретная зона. Но они не должны так делать, конечно. Но как они узнали, действительно ли им смс-ку прислали на мобильник? Может быть, даже ммс-ку? Мне не ясно, а здесь вместо имперцев какие-то... Вы кто вообще, ребята? Все случилось так быстро. Только-только дракон был тут, а потом исчез. И остались только развалины. Нет, мне было слишком страшно. Не знаю, что мы будем делать дальше. У нас ничего не осталось. Спасибо тебе, добрый человек. Спасибо. Береги себя и будь поосторожнее. Окей. Если вы настаиваете. Спасибо за доброту. А ты чё, парень? Спасибо тебе за золото, путник. Ну что ж, начались какие-то построечки, какие-то пещерки. Достойные изучения, но... Но эта дорога ведет прям туда, куда нам надо, я подозреваю. Хотя, посмотри, может быть... мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь?
Я слышу знак дракона. Где же ты, где же ты, где же ты, где драконий знак на какой-то илде? Да чтоб тебя. Элементаль ярости. Магия призыва. Да грёбаные тени. Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Нахрена мне моя судьба? Ах, чтоб тебя. Ладно, рискнем. Ух ты ж, ёх ты ж. Опять меня куда-то в задницу засовывают небесные. Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Ё-моё. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Я хочу на землю, конечно, красиво, но... Он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Смертные зовут его сиянием рассвета, ибо он был выкован в священном свете, который обрушивается на моих врагов, выжигая нечистую и ложную жизнь. Ты войдешь в мой храм, уничтожишь Малкарана и получишь этот могучий клинок. Мне это нравится. Даже единственная свеча может изгнать тьму из бесконечной пустоты. Если не ты, так кто-то другой. Мой свет наверняка привлечет достойную душу. Думаешь, но твое яйцо валялось где-то не совсем в киндер-сюрпризе. Теперь ступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Малкоран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся. Ты меня на землю спустишь? Не, ну не так быстро, черт возьми! Отдай яйцо, черт возьми! Отдай яйцо! Хотя нафиг оно мне нужно. Ладысь. Да яйцо-то, что мне надо сделать? Пойти внутрь. Хорошо. Давайте здесь сохранимся. На всяк. Так. Храм Килкрита. Ну, прямо оскверненное до нельзя тело, да. Да-да-да. Заряд у моего лука кончается. Мне это не нравится. Кто-нибудь есть, тогда выходите сами. Я вас искать не буду. Ну, как-то здесь тихо слишком для центра зла. Хотя много золота. Зелье магии. Золото. Целых 4 монетки. Что бы я без них делал?